Настоящий ужас пришлось пережить пассажирам Боинга в США. У самолета, летевшего из Нового Орлеана в Орландо, в воздухе взорвался двигатель. По словам очевидцев, сначала раздался сильный хлопок, из-под крыла пошел дым, а потом полетели обломки. Лайнер сильно затрясло, в салоне упало давление, выпали кислородные маски. В итоге все закончилось благополучно. Самолет совершил аварийную посадку в ближайшем аэропорту. Никто из 104 человек на борту не пострадал. А вот обшивку лайнера, как выяснилось уже на земле, детали развалившегося двигателя заметно потрепали.